Я перезаряжу, прикрой меня. Thank you.
Рука! Я перезаряжу, прикрой меня.
Гордон Фримен. Быстрее в подвал! Мы ожидаем штурмовики с минуты на минуту. Полковник Кэббидж будет рад, что ты добрался. Управляемая ракетная установка — лучший способ сбить штурмовик. А, привет! Я сейчас подойду. Так, о чем я? А, да. Лазерное наведение позволяет ракете обойти защиту штурмовика так, чтобы ее не смогли сбить. Сначала это его только разозлит. Но если вам удастся не только выжить, но и несколько раз попасть, можно считать, жизнь прожита не зря. Ну, и кто тот счастливчик, который будет с ней воевать? Ах да, Гордон Фримен. Я не мечтал о лучшем добровольце. Полковник Одесса Кэббидж, к вашим услугам. Штурмовик! Проклятье! Дайте мне только предупредить точку маяка, и я помогу. Вперед! Покажите тому штурмовику, где раки земли. Не забывайте про лазерное наведение. Нужно провести ракету с... Thank you.
Вперед, доктор Фриман! Мы знаем, Элай Ванс полагается на вас. Счастливого пути! НМО точки маяка. НМО точки маяка. Прием. Говорит полковник Кэббидж. Прием.